Всем привет, с вами Алекс Ки. И вот хочу рассказать вам такую новость, которую вчера прочитал в одном из пабликов ВКонтакте. Представляете, с 2013 года ежегодно из Российской Федерации уезжает 120 тысяч человек. И удивительно, что наша правительство делает все возможное, чтобы улучшить каким-то образом условия жизни, сделать достойную зарплату в социальной сфере, тем же самым учителям, медработникам и так далее, да, всей социалке, госчиновникам и так далее. Но при этом 120 тысяч ежегодно уезжают, при том, что уезжают они в Канаду, Америку, Германию. Мне кажется, что еще здесь не приведена статистика, сколько жителей переезжают на страны Азии, потому что, ну, вот я сейчас нахожусь в Таиланде, в Паттайе, но, блин, здесь почти на каждом шагу русские, большая вся инфраструктура, которая рассчитана на, ну, туристическая инфраструктура, там кафешки, заведения, клубы, очень большой бизнес построен именно для русских. Поражает по масштабам. Но при этом у нас правительство говорит то, что нет, все прекрасно, все хорошо. Мы развиваемся, у нас рост ВВП. При этом хочу отметить, что представьте, да, 2013 года, то есть это сведение 2013 года, сейчас у нас 2018 год, то есть вполне возможно провести просто параллель, то, что за последние 6 лет, которые управляет страной Владимир Владимирович, люди за этот период времени, то есть стабильно 120 тысяч, 130 тысяч выезжают за пределы страны. Причем они выезжают именно на постоянное место жительства. То есть они вообще абсолютно покидают. Либо у них есть бизнес, который им позволяет жить без каких-либо ограничений в любой стране мира вообще, наверное, да, сказать правильно. Поэтому, не знаю, вообще очень трагичная ситуация. Конечно, я понимаю, что сколько еще, то есть я не знаю официальную статистику, сколько людей приезжают и становятся, так сказать, не временными, а становятся гражданами Российской Федерации, да, например, там те же самые Киргизстана, Казахстана, Узбекистана и так далее, да, стран бывшего Советского Союза, Белоруссии или там, например, Украину. Большое количество притока, конечно, составило, когда к нам приехали украинцы с Донбасса и с Луганска. Но вот этих данных у меня нету, поэтому и компенсировать я как бы ничем не могу. Но я считаю, что неважно, сколько людей приезжают, они все равно будут мигрантами. Самое главное, что коренные русские, точнее не русские, а коренные граждане Российской Федерации просто покидают страну из-за того, что... Вот. Да, понятно, что во всем мире люди постоянно мигрируют, то есть они не сидят на месте, где-то живут, куда-то передвигаются, где-то постоянно развиваются в разных направлениях, это понятно. Но учитывая, что у нас мы себя позиционируем как самые лучшие державы, и там у нас есть супер оружие и сарматы, и все прочее, и армада. Но при этом такое количество покидает, ну, блин, печально просто осознавать, что маленькая, вот просто вот даже если сравнить с численностью, ну, там, населения, вот представьте, да, маленькая деревня, 120 тысяч людей. Это, наверное, вот сравнимо с Татарстаном. Если, например, Казань это миллионник, там, 1 200 000 300 жителей, то... Наверное, это какой-нибудь Буинский район. То есть, вот прикиньте, то есть каждый год просто не становится жителей того или иного региона, района Татарстана. Ну, вот таким вот информативным видео у меня получилось. А если вам понравилось это видео, ставь лайк. Также не забудь подписаться на канал, жми колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Ну, у меня на этом все. Всем пока.